Все румыны в страсть как верят в мертвецов, которые по ночам встают из могил и высасывают кровь у живых. Они могут приходить в облике летучей мыши и насылать кошмары на спящих людей. Отдай свое сердце! Ну, короче, считается, что здесь, в Румынии, можно встретить настоящего вампира. Типа этих вампиров тут как собак не резат. Do you believe in vampires? Do you believe in vampires? И куча туристов сюда приезжают только ради этого. Наверное, потому что, по легенде, именно здесь находится дом, в котором родился знаменитый граф Влад Дракула, а также его замок, в котором он якобы жил. Мы-то с вами понимаем, что легенды на пустом месте не рождаются. Поэтому сегодняшний шопинг будет по-настоящему вампирским. Если сам граф Дракула родом из этих мест, если местные так верят во всяких там вампиров, значит, тут уж точно можно купить какой-нибудь особый сувенир, который не купишь больше ни в каком другом городе. И я готов ради этого проколесить хоть всю Румынию вдоль и поперек. В самом красивом городе Румынии Сильшуара среди невероятных средневековых построек стоит вот такой вот ничем не примечательный обычный желтый домик, где родился и жил граф Влад Дракул, он же Цепуш. Считается, что этот дом полон всякой чертовщины, что сюда любят захаживать вампиры и другая нечисть. Интересно, там ресторан. Не, ну елки-палки. Все кричат: Румыния, вампиры, Дракула, дом, в котором родился сам Дракула. Тьфу! Обычный туристический разводняк. Ау. Ну ничего, есть у меня еще парочка вариантов. Я напоминаю, что Румыния – это просто цитадель вампиров и всякой нечисти. И я во что бы то ни стало отыщу тут какой-то клевый вампирский сувенир. Среди Карпатских гор стоит замок графа Дракулы. Мне туда! Вы в замок? В замок? Да. Судя по количеству туристов, никаких темных сил в замке нет. Да и вообще тут ничего интересного нет. Обычный скучный музей с толпами нудных туристов. Да, туристов тут, конечно, отбоя нет. Девочки, мальчики, молдаване приехали. Похоже, я опять лоханулся. Хотя... Не, показалось. Единственная комната, посвященная графу Дракуле, в которой портрет, древо жизни и какой-то амулет со съемок фильма «Дракула» по книге Брама Стокера. Все. Не тратьте свое время на эту скукотищу. Ходил я по этому замку и не встретил ни одного вампира. Да, на рынок, который прямо возле замка, тоже не рассчитывайте. Там сплошная китайская ерунда. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а у вас есть что-нибудь для борьбы с вампирами? Не то. Не то. Все не то. Короче, все это чёс про вампиров и мертвецов. Я как сумасшедший проколесил Румынию вдоль и поперек,
чтобы хоть что-то найти страшное, жуткое, вампирское. И ничего. Maybe you have, осиновый кол. Да, ну надо же сердце, чтобы уже вошел. А это ж... Колер. Ничего. У вас есть осиновый кол, девушка? Оля, здесь. Намек ваших мыслей не ясен. Чтобы убить вампира. Да, вот такая же, только одна. Так что не ведитесь на всю эту туристическую фигню. Не тратьте ни время, ни деньги.